Всем привет! Вы на канале Велострана Обзор и с вами Семен Трухин. Сегодня мы с вами познакомимся с моделью детского велосипеда от компании Royal Baby, модель Freestyle Space номер 1 на 14 колесах. Эта модель велосипеда, как и большинство велосипедов, оснащающихся размерностью колес 14 дюймов, рассчитана на возраст детей от 2 до 4 лет. А если говорить о ростовом диапазоне, то наиболее удобно кататься на этом велосипеде ребенку будет с ростом от 95 см до 1,10 м. Из важных нюансов данной модели надо отметить, что здесь у нас велосипед оснащается облегченной алюминиевой рамой, за счет чего модель не весит очень много и ребенку будет действительно достаточно комфортно на этом велосипеде кататься. Также трубы рамы имеют такую угловатую треугольную форму, за счет которой этот велосипед выглядит на фоне многих конкурентов как-то немного необычно. Кроме того, колеса у этого велосипеда имеют достаточно широкую ширину покрышек 2,4 дюйма с фирменным рисунком от компании Royal Baby. И колеса также собраны на алюминиевых ободах с двойным профилем. Это, безусловно, хорошо, потому что на многих детских велосипедах вы можете встречать и более тяжелые, и менее качественные стальные обода, что, честно говоря, не очень. Также здесь у нас по тормозам идут чисто ручные тормоза, и передний, и задний. Передний тормоз идет типа V-Brake, а задний идет барабанного типа, и это не совсем такое стандартное решение вообще по меркам велосипедов. Не часто можно встретить такой тип тормоза в общем. Тем не менее, для детского велосипеда решение на самом деле нормальное и достаточно эффективно будет останавливать ребенка, учитывая небольшой вес. Привычного педального тормоза здесь у велосипеда нету, но за счет этого детям будет проще трогаться на этом велосипеде. И в целом у велосипеда будет лучше накат, поскольку конструктив втулки более простой и способствует улучшению наката. Если говорить о посадке ребенка на этом велосипеде и о комфорте, то надо сказать, что компания Royal Baby пошла по такому пути, что здесь в комплекте достаточно высокий руль с большим подъемом, чтобы ребенок мог сидеть не в чрезмерно какой-то спортивной посадке, а в комфортной, расслабленной и прогулочной. Также здесь сиденье с мягкой подкладочкой, специальной детской формы, на которой действительно ребенку относительно пропорции его тела будет удобно крутить педали. У седла, кстати, есть сзади ручка, за которую вы можете удобно переносить этот велосипед, когда, к примеру, не знаю, выходите из подъезда гулять с ребенком или чтобы загрузить его в автомобиль. Мелочь, но, безусловно, приятная. Ну и надо пробежаться по оставшимся аксессуарам. Разумеется, это фирменные боковые колеса от Royal Baby. Они, сами колесики здесь прорезиненные, поэтому как-то сильно греметь и шуметь они не будут. Сзади, можем наблюдать, присутствует у нас фирменный флягодержатель и фляга в комплекте. Фляга, кстати, сама идет у нас с такой с крышечкой, то есть сама соска у нас закрыта от попадания пыли, грязи, поэтому этим можно будет действительно как-то нормально пользоваться. На руле у нас также присутствует звоночек, ну и педальки специальной детской небольшой формы, размерности на цепном подшипнике, и они не имеют каких-то агрессивных шипов, за которые ребенок мог бы как-то сильно поцарапаться. Также на этом велосипеде у нас полностью закрыта цепь, весь привод, и поэтому какая-то одежда или руки вашего ребенка не попадут в механизмы, что, безусловно, хорошо для такой возрастной категории велосипедов. Ну и в завершение надо сказать, что у компании Royal Baby получаются прекрасные велосипеды в плане соотношения цены и качества, и также эту модель вы можете найти в большом количестве цветовых решений, и со всеми цветами вы можете ознакомиться на нашем сайте. Также, если вы хотите посравнивать данную модель с какими-нибудь конкурентами, посадить своего ребенка на этот велосипед, чтобы он пробовал прокатиться, то приходите в любой из наших магазинов «Велострана», где вы всегда сможете получить грамотную и профессиональную консультацию от наших специалистов.